Мелкий, слушай сюда, я тебе объясняю уже в пятый раз. Смотри, есть десятка, есть валет, есть дама, король, туз. Валет бьет десятку, дама бьет валет, король бьет даму, туз бьет короля. А козырь бьет всех остальных, понял? Ты дурак! Ты дурак! Смотри, мы играем в дурака, вот там карта снизу. Если я тебе положу валет, а ты сначала поставишь десятку, я побью твою десятку или нет? Господи, кого я воспитываю? О, ладно, давай по новой. Смотри. Ты чё за война, мелкий? Чё за... А ну быстро на улицу, быстро на улицу. Так, подожди. Да хватит! Кому там жопу прострелить? Бабзин? Костя? Бомжара? А чё вы здесь скандалите-то? Могли просто бы в дверь постучать, а не войну здесь третью мировую начинать. Слышь, а нам бабки? Бунт! Какие бабки? Какой бунт? Ну, я поним... Мы знаем, у тебя есть. Так, подождите. Да, я от мэра. Да, я обещал то, что я раздам всем бабки. Гони бабосы. Стоп! Да, я должен бабки бомжаре. Я должен бабки еще... Костяну не нужны бабки. Зачем? Он вообще ни на что не тратит. Я должен бабки бомжаре. А ты-то что, бабзин, быкуешь? Я тебе в прошлой серии полстака дал. Ты-то что тут раскомандовалась? Алло! Ничего не знаем, давай бабки пописяка. Я тебе сейчас за пописяку последний зуб твой... Ну ладно, тебе бомжара. Я тебе дам не 32 золотые монеты, а дам тебе... Ну, давай, 42, тебе нужнее. Бомжара, короче. Ты прикупи себе новый шмот, купи себе какой-то там шампунь Head and Shoulders, какое-то мыло там хозяйственное, новые носки, я не знаю, ногти себе постриги. Короче, педикюр, фидикюр, маникюр, все себе сделай, главное, чтобы красавчиком был. Бабзин, тебе я уже дал, все. А, да. Костя, не нужны бабки зачем, Костя, и так... Да я шучу, Костя, я-то зарплату должен тебе платить. Так, подождите. У меня есть золотые слитки. Один золотой слиток стоит сколько? Один золотой слиток 64 золотые монеты стоит. Вот, поэтому сделаем так. Костя, ты с мелким поделишься. Половина слитка тебе, половина слитка мелкому. Все, вы там, наверное, отец и сын, да, вы очень похожи, поэтому там все между собой поделите. Так, а это уже мои бабки. Ну, почти. Тут еще 9 стаков золотых монет. Нет, не мои, в смысле. Точно. Я же еще Ядрить, колотить! Мелкий! Держи на мороженку. Ребят, мне нужна ваша помощь. Арсению. Точно, еще же Арсению гонщику нужно. Контрабандюганам, пока они нам почки не отстрелили. Так, быстренько все за мной. Мне, короче, нужна банда. Бабзин! Ты уснула там? Давай за мной. Мне нужна банда, потому что мы сейчас пойдем к контрабандюганам. Да-да-да, мелкий, вот ты держи на готове рогатку. Опа. А у тебя откуда рогатка? Бабзин, держи АК-47. А ты, бомжара... Я не знаю... Подмышку подними. Мне кажется, она так воняет хуже, чем какая-то газовая граната. Все, потопали. Потопали быстренько за мной. Идем к контрабандистам. А потом... Стоп. Все остановились в переулке. А потом у меня для каждого будет сюрприз. Мы долго ждали этот день. Долго его планировали. Ну, по крайней мере, я с мелкими костянчиком. А для вас, бабзин и бомжары, это будет сюрприз. Так, все быстренько за мной. Бабзин, как только заберемся на крышу, стреляй с калаша, если у тебя там патроны остались. Все, давай. На раз, два, три. Руки вверх, это ОМОН! Сейчас засадим всех на 15 суток! Руки поднял, и ты руки поднял! Бабзин, давай стреляй в воздух! Бабзин, патроны есть! Обосрались, небось. Да, мы шутим. Да все, Бабзин, хватит. Да мы шутим, контрабандист. Вы что думаете, то, что я за свои слова не отвечаю? Я же должен контрабандистам 300 золотых монет. За тот сундук, который они мне тогда дали, который очень сильно меня спас от снайперов, бандитов и головорезов этого мэра. 3 золотых слитка. Я вам должен 3 стака золотых монет. Был рад с вами работать. Надеюсь, то, что это не последний день, когда мы с вами сотрудничаем. Все, до свидания. Банда, все за мной. Ёханый, я реально хожу, как будто самый блатной мафиози на этом районе. Мелкий, бомзина, Костя, бомжара. Так, все за мной. Сейчас, на секунду, предлагаю вам вернуться буквально так на... Ну,
Ну, на дней 10-15 назад. Давайте. Ты чё, ты чё там ошиваешься с мишки отмел? Вы видите, что он там хочет? Магазин ещё закрыт! Коллекция ещё не вышла! Вали оттуда! Я скоро открою магазин и всех позову! Ты слышишь? Ты чё, дебил, делаешь? Уберите! Блин! Ты ж... Ядрить, колотить, мам! Ты малой совсем... Ты чё, яйца слишком большие отрастил или что? Не могу... Мэр отослал школьника, чтобы взорвать мой магазин с мерчом. Да. Ну, не. От мэра-то мы избавились. У мелкого-то золотые руки, у мелкого-то жопа талантлива. А Костя, мондель настоящая, посмотрите, какие ножки, какие стройные ножки. Костя, ты реально в модели годишься. Поэтому все закрыли глаза, кроме тебя, мелкий. Отвернулись. Мелкий, иди сюда. Смотри, как я в несерии здесь все перестроил. Смотри, какой магаз. Я еще второй этаж здесь построил. Сейчас. Подождите, не оборачивайтесь. Дорогие мои, подойдите сюда, миленькие. Косянчик, баба Зиночка, бомжажурчик, подойдите сюда. Добро пожаловать в новый, перестроенный магазин одежды. Вы дома, дорогие мои. Заходите, мои любимые снежиночки. Дамы, вперед, заходите. Что бомжара, что Костя, быстренько на второй этаж, ты знаешь, что делать. Переодевайся, Костечка. Разрешите вам продемонстрировать. Обновленная коллекция модельера Едуардичка. Смотрите, обратите внимание, первая коллекция мерча в обновленном виде. Дермантиновые сандали. Обратите внимание на... Спрячьте ваши деньги, я еще не открывал продажи. Сейчас все будет, бабзин. Дорогие мои, обратите, пожалуйста, внимание на вторую коллекцию мерча. Кожаные тапочки из коровы. А сейчас разойдитесь по сторонам, Костя сейчас вам все продемонстрирует. Костечка, дорогой мой, спуска... Мелкий, отвернись! Костя, ты дебил здесь писюном своим светить, а как... Браво, похлопали. Это спойлер к следующей коллекции моей... Невидимая одежда. Браво, невидимая одежда! Костя, иди переодевайся, придурка, кусок! Господи, ты помил, как я с этим человеком сейчас существую? Как я с ним вообще познакомился? В общем, пройдемте на второй этаж. Я сейчас покажу женскую коллекцию. Я уверен, что вам, баба Зина, это 100% понравится. Смотрите. Ля, какая лепота! Только так я могу выразить свои чувства. Первая коллекция. Алмазная юбочка. Я знаю, хотелку свою пока что усмирите, бабзин. Посмотрите на вторую коллекцию. Ай, желтая, золотая юбочка. Вместе с полицейской фуражкой. Стильно, модно, молодежно. Бабзин, купите это. Будете выглядеть лет на 20 моложе. О, магад, она прекрасна. Обратите внимание на третью коллекцию. Вот это реально о, магад, как говорит наша молодежь. Черная юбка. Красная футболочка. И золотая корона королевы-принцессы. Красотень. А вот часть... Классика на все времена. Все верно, бабзин. Я вижу то, что вы разбираетесь в моде. Костечка, пройдись по подиуму. Потряси одним местечком. Костечка, покажи, на что ты способен. Костечка. Костечка, моя школа. Как я тебя учил? Как я модельер Эдуард плохому не научит? Тем более вилять одним местом на все четыре стороны. В общем, расчехляйте ваши карманы. Приступаем к заказам. Бабзин, бомжара, спускаемся на первый этаж. Мелкий заказ.
Не вот это, я хочу, я покупаю. Так, давайте по очереди. Бомжара, ты что хочешь? Дермантиновые сандали. Ага, все ясно, хорошо. Так, значит, одна пара у нас идет. Мужская футболка и дермантиновые сандали. Бомжара, это вам. Так, мелкий, за кассу, все за кассу. Бомжара, с вас, дайте я посчитаю. 25, 25 и 15. С вас получается 40 золотых монет. Бомжара, мелкий, пробивай через кассу. Угу, угу. Так. 40 золотых монет. Мелкий пробил. Все пробил. Так, 40 золотых монет. Чек бомжаре. Бомжара, я тебя поздравляю с твоей новой покупкой. Давайте, давай убери ты свои дермантиновые сандали, это не мне. Так, надень, бомжара, надень. Ля, уже даже не бомжара, уже даже не бомжара, бомжара. Помыться тебе не хватает, вообще будешь просто Брэдом Питтом, просто Леонардо Ди Каприо, просто Джорджем Клуни. Короче, будешь секс-символом. Сейчас вам, баба Зина, что вам? А как удобно, а как удобно, а какой материал? Баб Зин, а вам что? Первое, да, вот эту первую коллекцию? Ой, баб Зин, у вас прекраснейший вкус. Прекраснейший вкус. Так, одна женская футболка, алмазная юбка и, и вот эта корона принцессы. Бабзин, пройдете со мной. Мелкий, пробей на кассе 60 золотых монет. 60, целых 60 золотых монет. Давай, пробивай. Бабзин, вы будете выглядеть на целых, я не знаю, ну реально намного моложе. Намного моложе. Так, 60 золотых монет. Ага. Пробил мелкий? Чек дай, бабзине. Так, женская футболка, алмазная юбка и корона принцессы. Надевайте, бабзин. А туфельки? Ох. Бабзин, у меня сейчас чуть сердечный приступ не случился. Бабзин, ну скажите, что она просто потрясно выглядит. Просто потрясно выглядит мелкий. Тебе нужно было сказать «да». Скажи «да». Да, потряс. Если вы, конечно, хотите, я вам могу еще и туфельки продать. Кожаные туфельки. Да, то кожаные туфельки у нас стоят еще 20 золотых монет. Пробей мелкий на кассе. Бабзин, с вас еще 20 золотых монет. Чек дай, пожалуйста, бабзин, 20 золотых монет. С вас держите свои туфельки, надевайте. Просто королева. Королева королевского общества. 20 золотых монет, гони, бабзин, ты не заплатил. Ага. Так, еще двадцаточка у нас. Двадцаточку мы также ставим вот сюда. Мелкие у нас прибыльные деньги. Шикарно. А еще, кстати, я забыл всем сказать. Да, вот. Я всем забыл сказать. У каждого из вас есть большой шанс получить мой мерч бесплатно, если кто-то не знал. Вот что у мелкого, что у бабзины, что у бомжары, что у костянчика, что у тебя на самом деле. То есть ты прямо сейчас можешь получить вот этот мерч мой в реальной жизни, не в Майнкрафте, совершенно бесплатно. Я вчера запустил конкурс в своем инстаграме. Если ты зайдешь в мой профиль, если ты примешь участие, прочитаешь все правила, то у тебя есть огромнейший шанс получить мой мерч бесплатно. Если ты выиграешь, то я тебе его через почту отправлю прям в твой дом, на твой адрес. Мой инстаграм, Эдисон Перец, заходи, участвуй и получай бесплатный мерч не только в Майнкрафте, а еще и в реальной жизни. Так! Все, магазин, видите, все, это модельер Эдуарда Перцяна пошел спать. Все, спасибо всем большое за участие, до свидания, бабзин, мне кажется, если вас сейчас Геннадий Петрович увидит, второй раз предложение вам сделает, просто богиня, мелкий, она богиня? Когда ты в нужный момент научишься махать головой, да. Ты чё оскорбляешь, бабзин? Да, богиня. Богиня, бабзин, да, богиня. Всё спокойно. Бомжара, новый мерч, постиранный. Ты землю протираешь. Всё, хорошего вам дня. Стильно, модно, молодежно. Хорошего вам дня. Да, всем удачи, всем удачи. Мелкий, за мной, Костя, вы тоже за мной. Закрываем двери и за мной. Короче... Прибыли у нас хитрить, колотить, денек мелкий. Сгоняй за кофеечком быстро в ресторан, принеси. Ты на кого лапу подняла? Бомжара, ты заблудился?
Твой дом в другой стороне. Прямо и налево. Ага. Ну или так можно, да. Мне кажется, ему на земле тоже нормально ночуется. Да, главное, чтоб клещи в задницу не залезли. Давай, давай, Костя, за мной. Косянчик, у нас много всего интересного впереди. Сейчас Мелкий вернется с кофеечком, но с этого дня, с этого момента, до следующей серии, которая, возможно, будет завтра или послезавтра, нам нужно подготовить голосование, выборы нового мэра. То есть нам нужно с тобой распечатать билеты, нам нужно урны закупить, нам нужно очистить какую-то территорию, чтобы все жители этого города приходили, голосовали и выбирали нового мэра. Так, Мелкий, опа, опа, опа! Косянчик, это тебе, Мелкий, а мне? А мне кофе? Я тебе просил кофе нам всем принести. Ты только Косянчику принес? Дай кофе. Жмот. Спасибо. Слушайте внимательно. У вас есть у кого учиться. Пока я жив, я вас всему научу. Запомните. Сначала отдаешь деньги жителям этого города, а потом толкаешь им свой же мерч и забираешь эти деньги обратно себе. И как бы все счастливы, стильно, модно, молодежно, как говорит Бабзина. Заработали 2 стака золотых монет всего лишь за 5 минут. Так, все, короче, бежим, Мелкий, ты идешь унитазы мыть, а ты, Костя, идешь билеты распечатывать, а я пойду кофе попью. Вот, короче, ребятки, у нас сейчас реально много всего важного должно происходить в следующих сериях. Выборы мэра. Как это будет? Будет сложно, но мы должны с этим справиться. И когда выберут мэра, мы должны будем построить статую мэра заново. Костя, Мелкий, идите сюда. Мы быстренько сейчас со всеми попрощаемся. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Ставь лайкусики, обязательно подписывайся на канал, если не хочешь пропустить новую серию жизни ютубера. Также нажми на колокольцы, чтобы тебе всегда приходило уведомление о выходе новых видосиков. Не забывай про конкурс в моем инстаграме. У тебя есть возможность выиграть вот этот свитшот. Я тебе еще раз скажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.